Автомобилист сразится за кубок Гагарина во втором раунде. В четвертьфинал наша команда выходила дважды за всю историю игр. Последний раз это было 5 лет назад. Сейчас хоккеисты усиленно тренируются и готовятся к старту игр плей-офф континентальной хоккейной лиги. В ближайшем матче автомобилист сразится с Санкт-Петербургским СК. Это быстрая команда, да, я считаю, там хорошие нападающие, да, где-то вот этот акцент и делаем на быстрый хоккей, да, чтобы не уступать скорости, сохранение шайбы, да, контроль шайбы, это, наверное, основное. Сегодня шоферы провели открытую тренировку. Журналисты смогли пообщаться с игроками перед началом матчей на выбывание. После уверенной победы над финалистом прошлого года уральцы вышли на лед в приподнятом настроении. Ранее автомобилист в 1/8 финала обыграл казанский «Акбарс». Концентрация у всех, поэтому нельзя расслабляться, нельзя слишком себя быть самоуверенным. Работаем. Готов, чувствую себя отлично, готов помогать команде идти вперед.